Еще с начала весны меняет свой облик наш старый добрый парк воинов-интернационалистов. Основной фронт работ расположен в периметре центральной аллеи, где изношенное асфальтовое покрытие сменяется тротуарной плиткой, а бетонные столбы – современными электрическими торшерами. Замена инженерных коммуникаций, подготовка площадок для стационарных торговых точек и установка скамеек существенно повлияют на степень комфорта и эстетическое восприятие любимого брещанами – живописного уголка природы. Парк условно разделен на места тихого и активного отдыха. К последним относятся спортивные зоны, которые пока в проекте, а также реконструкция эстрадной площадки. Областные отраслевые профсоюзы поддержали акцию по благоустройству парка воинов-интернационалистов с целью реконструкции, сбора средств на реконструкцию сцены в данном парке. Будет собрано отраслевыми профсоюзами совместно с объединением профсоюзов порядка 25 тысяч рублей, которые будут направлены на данные цели. В эти дни, помимо строительных работ, проводится масштабная кампания по уборке и благоустройству территории парка. Московский район сплотился в желании как можно быстрее придать месту отдыха ухоженный вид. Руководством города поставлена конкретная задача по срокам. Для эффективности за каждой из трудовых бригад закреплен свой участок. Продолжаются интенсивные работы по наведению порядка. Чтобы усилить эти работы, Брестским горосполкомом было принято решение о назначение нового, неочередного месячника по благоустройству, исключительно для парка воинов-интернационалистов. В рамках этого месячника мы подключили порядка 25 организаций, предприятий района и города для того, чтобы выполнить несколько основных задач. Первостепенная задача – это покос сорной растительности, кустарника и самосева. Вторая задача – это уборка бытового мусора, где будет попадаться. Третья задача, более серьезная и сложная, это удаление сухостойных деревьев и аварийных деревьев. Справиться с этой работой помогают профессионалы из котельного хозяйства и Брестского лесхоза. Наряду с ними на постоянной основе оказывают посильную помощь Белорусский республиканский союз молодежи и профсоюзные организации. Сегодня в акции участвует порядка 90 человек. Это представители различных отраслевых профсоюзов. Это АПК, это профсоюз образования, это профсоюзы здравоохранения, это профсоюзы связи, профсоюзы транспорта. Собираем сухие ветки, убираем листья. Причем люди идут с огромным удовольствием, энтузиазмом для того, чтобы наш город в очередной раз сделать лучше, сделать краше, потому что город начинается с нас. У большинства хорошее настроение сегодня, все готовы помогать и работать тоже. Немного жарковато, конечно, в этом всем, но это лучше, чем царапать себя ветками. В принципе, и бревна все носили, и все нормально. Сегодня, походу, устанем, будем хорошо спать. Месячник по уборке парка продлится до 30 июня, однако и после этого времени будет производиться контроль за текущим состоянием территории. Есть планы и на отдаленную перспективу. Скорость и масштабы их воплощения будут зависеть от финансирования и спонсорской помощи. И брещане, и обитатели парка, белки и пернатые одинаково нетерпеливо ждут окончания работ. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.